Всем привет, это канал PlayGame, меня зовут Сергей, и мы продолжаем проходить Dragon Age Inquisition, а точнее продолжаем бегать тут, искать нафиг эти осколки дальше. По непонятной карте. Мать вашу, приземлился, так. Опа, вот тут, вот, наверное, я правильно приземлился. Отлично. Сколько всего лежит? Копия надписи с храмовых дверей. Надпись скопирована с дверей храма в запретном оазисе. С переводом. Почерк неровный и меняет размер. Словно пишущий стремился закончить работу. Эмо Солос Хим Вардин Ан. Тел Гарас Салан. Мелена Ан Антимс Лас Анас. Нас погубила гордыня. Не ходите в обитель гордости. Пусть поможет нам смиренец. Something feels wrong here. It's worse by the door. The feeling at the door, it's gone now. An enchantment designed to keep people out. A warning, or possibly a test. Explains why the miners left this place alone. Чудо, ничего, блин, что-то, наверное. Да запрыгнешь ты, ядрить ты, колотить, ты ж можешь, чувак, ты можешь! Короче, давайте вернемся мы вообще в ставку командования и возьмем миссию какую-нибудь, надоело мне тут уже лазить. А потом вернемся тут. Побродим еще. Алло. А. Ну... Так, какую-нибудь миссию выберем сейчас новенькую. А то что-то бродишь, бродишь, что-то там ходишь. А потом все равно еще вернемся.
Так, ты чуть так долго грузить-то он не стал. Отлично, смотрим, что тут у нас. Заданий нету, да? Так, да, перемещусь. Чтоб не... А, не, хотя, блин, купцу бы мне надо. Понапродавать, понабрал же всякой хрени там, сейчас, наверное, понаходил. Так, купец, вот купец. Да, сначала купцу продам всё. Разрывы, завеси. А что за разрывы тут подрываются? Your worship. Чтобы трындеть. Так, продать. Подожди. Продать. Оставить, оставить. Лук, кинжал. Это все. Пана продавать. Так, а купить? Ура. Так, а у меня вот инвентарь. Так, ты с чем там находишь? Так, ты у меня с луком гоняешь. Посох, так, Дориан со мной гоняет. Да, давай ты там такой нормальный. Так, кувалда. Гоу. Сикачом, не уходи с сикачом. Так, не ем. Ага. Маг 15 уровень, ладно. Залаз. Я тебе вот этого дам. Так, варик. Держи вот такое тебе. Так, с боком понятно. Так, доспехи. Маску тебе дам. Зачем она тебе? Тебе дам. Так, сэра. И вот так, шляпка. Дориан, маг ты мой. Ничего тебе не могу предложить. Блэквол. Коу. Шляпка. Вивьен. Понятно. Салас, понятно. Так, варик. Так, бык, тебе вот дам вот это вот. Так вот. Так, продать остальное. Да сюда, так, разрывы. Какие тут разрывы еще у нас? Что-то не пойму. Так, куда тут можно быстрый переход, допустим, вот сюда. Со с наставниками-то со своими потрещать-то надо. Блин, или я не туда переместился? Someone emptied a whole bag of turnips into the fire. Ah, oh, Mecca, the smell is everywhere. I was gonna use them for dinner and then. Врачи, запрос ресурсов. Блин, где у вас тут выход нафиг, а? Как заблудишься, не видишь, куда идти.
выполз. Так, дальше что-нибудь, да? Ой, какой капец. Так, это куда я? Опять походу не сюда. Херовы на стене где-то, да? Так, вон, в стену можно залезть. Как пропадут куда? Явно идешь так. Там попробовать забраться. Вроде на верном пути, главное, чтобы двери тут были. Strangest thing. When I reached down, my dagger was gone. Just gone. Know where I found it? In a barrel. The thing was filled to the brim. Так, ну что? Вот они, ну давай с тобой поговорим. Let's look at you. Right, you'll survive it, maybe. А субтитры? I'm a breaker. My name is Thram, and I was not expecting a messenger from this place. The Inquisitor wants to be a reaver. И чё? I'm not making this decision now. Herald, I hear you wish training so you don't embarrass those sworn to you. I'm summoned to offer instruction in the physical aspect of the Templar. I'm Sir. Sir what? Sir. Our time is brief, Herald. I trust you are serious. И чё, тоже всё? Not yet. I'll come back. Inquisitor! Imagine the frothing of the minstrels dreaming of this meeting. Frantic! I, of course, am Lord Chancellor de Lyon. And I am here to aid your ascension to glory in the hearts of the people. I shall make you a champion. Что, все? Ну и толку, что с вами? I'm not committing yet. You know what is needed, Herald. You will construct a filter. You will suffer its effects, and you will be worthy of inspiration. How you endure will be your own affair. Not yet. I'll come back. Да ну вас нахер. Херню несу какую-то. Так. Вот нам предлагают выполнить заблудшие души. Ну, давайте сейчас его выполнять. Заблудшие души. Так, у нас тут Барел Дэнни летать, что-то были готовы уже, да? Ошибся в Орле. Да, принимаем, принимаем, все принимаем. You read the report. It was unusual. Is he always so blunt? Yes. Так. Освободить. Так. Следование. Разведка. Так. Инквизитор. Ну, сюда отправим. Так, это искать следование. Осколки мы тут лазили, да.
Западный предел, так, завершено, переход. Let's see what we have. Так, да, и доступно. Сюда. All right. Так. Разведка, исследование. Значит, разведение где-то что-то у нас, да? Ох, а что такое разведение? Что нам предлагали выполнить? Заблудшие души. Чтобы найти солдат. А, солдат надо искать. Так, это что вообще началось такое? А, вот. Все, ясно, солдаты. В Терелдене там была миссия, да, поиск солдат. Сейчас туда отправимся. Так, солдатики, Вот, спасение пропавших солдат в Ферельдене. В болотистых окраинах, окраинных землях южного Ферельдена пропали солдаты Инквизиции. Эти места не нанесены на карту, так что найти солдат будет тяжело. Но советники Инквизиции полны решимости выяснить, что случилось, и спасти людей, если это возможно. Так. Чем же мы видим? Тайны. Так, это что, если я сижу с местной банной, а не одному что кого-нибудь в поезде подшел солдат? Инквизиция, но разведчики не так, не так. Другие солдаты вызвались поискать, как что вообще не приходится, пока это не новая тайна. Упавшие солдаты нашли в болоте под названием Бурая трясина. Их держат в заложниках авары. Они требуют встречи с вестником Андрасти, угрожая в противном случае не оставлять бойцов в живых. Да. Чё, так же Дориан. Ильен. И Бычок. Ой, Бычок, да. Хорошая команда, нравится. Хорошо, воюем с ними. Спасибо, что приехали. Может быть, сможете разобраться с ними. Наши патрули попали в заложники к аварам, горным дикарям. Что они делают на болоте? В том-то и дело. Их предводитель хочет, чтобы они сразились с вами, потому что вы вестник Андрасти. А нахрена им это надо? Ну, авары считают, что у всего в природе есть свои боги. У неба свой бог, у леса свой. Разве вы считаете себя посланником Бога? Говорят авары, им нужно испытывать силу своего Бога. Ну, я считаю, что их вождь тщеславный мелкий засранец, которому захотелось похвастаться своей победой над вами. Нет,
они очень их отсмеются. Я надеюсь, что с ним можно договориться. Я бы не рассчитывала. Авары не славятся дипломатическими. Добраться до наших войск будет непросто. Придется пробраться через мертвецов. Погодите, надеюсь, вам не делается дурного от мертвецов? Это не важно. Я не позволю каким-то аварам убить членов Инквизиции. Спасибо. Авары засели в замке по ту сторону бурой трясины. Даст создать, член Инквизиции будут еще живы. Что тут? Интендант, иди-ка сюда. Давай рапортуй. Возможно, будет вам интересно. Чего интересно? Инквизитор. Да-да. Так, карта я тоже смотрю. О, карта-то вообще небольшая. Так, а куда мне идти-то? Ага. Так, мы в первую очередь пойдем в лагерь. Следующий лагерь разбивать. Official mage the Orlesian Imperial Court. That sounds exciting. It is an esteemed position, darling, that many mages would envy. Yes, being paraded about like an exotic peacock is better than running frantic. Где там Драста? На статуе есть полустертая непогодами надпись. Исполнена в 655 веке, будь по заказу знаменитой банды Харгвейрейв. Правительницы Бурой Трясины, в честь завершения постройки ее крепости и в благодарность благословенной Андрасте за ее милости. Better an exotic peacock than one to vent the rat amongst many. Oh, a dig at my homeland. This should be fun. Нахрена ты меч вытащил? Так, отлично. Херачит уже кого-то. Так, что ли? Слабаки какие-то. Так. Чего тут такое у нас растет? Тише, почему я не могу взять добычу? А вот. Заберем. Ты иди сюда. Is that a beacon of some sort? Так,
Подожди, не кашляй. Watch out! Ах ты, падла какая, это кто? Чё это? Это херачит, что ли, всё нужно, да? Давай бы чтоб херакать это дело. Завесный огонь в бурой трясине. Завесные надписи в бурой трясине состоят из чепухи и внушают тревогу. Некоторые буквы и цифры повторяются. Возможно, это шифр. Завесные руны перемежаются цифрами и математическими символами. В них отчетливо ощущается паника, словно автор пытался выразить что-то сложное. И чё это было? Чё было? Чё к чему? Добычка. Так, вот так вот я. Хлоп. О, Жозефина уже отчиталась, да? Что вот я все бреду куда? А, тут ни хера так какие-то. Ого, тут сколько всего она появлялась. Маяки. Отступника Видриса. Толстый дневник наполовину не поддается расшифровке, части которой можно прочесть забрызганы чернилами, как будто автор писал их в спешке. В этой книге были заметки за многие годы. Годы, кто мог забрать ее и расшифровать, кто-то следил за мной из круга. Наверняка Варнам или Кларис. Мелкие назойливые мухи, если бы они видели, что я делал, если бы видели демонов, которых я подчинял, позеленели бы от зависти. Ну кто теперь боится духов? Мы же манные овцы. Но первым делом я должен вернуть книжку, запишу шифр снова, пока еще не его помню. Снова эти демоны умны. Я не могу позволить им требовать плату за расшифровку собственных записей, составы, которые я смогу делать из местных растений. В безопасных количествах откроют моему разуму бескрайние просторы затенья. Демоны говорят, что мне это неудобно, потому что хотят пошатнуть мою уверенность. Все ясно, все совершенно ясно. Так, зажечь.
маг. Сюда зажигай. Там. Так, где этот демон хренов? Опа. Еще поблизости. Так, ну все, надо вот что-то ни хрена, а тут лагерей нету, вот туда идти можно. А тут есть. Так, а прочесть. Грязный рисунок. На этой крошечной записке написаны трижды подчеркнутые слова. Не корень смерти. Далее маленький рисунок растения, похожего на веретенку. С подписью под ним. Вот это. Вот и лагерь наш. Что-то я вот не понял. Что-то я тут вот что ли не выполнил? На камнях в рунных трясине начерчен этот рун. О, блин. Стоп, а тут? Тут нашел. Давайте вернемся. Да-да-да, так, мы это все в лагере. Завесный огонь, бурый трясинник. А, ну вот при пристальном взгляде на этот набор непонятных рун возникает сильное ощущение обиды и чувство собственного превосходства в равных долях. Потом они медленно угасают. Все, просто не прочитал. Итак, давайте пойдем. Вот. Разрыв надо убить. Закрыть, убить, что-то с ним сделать. Короче, уничтожить. I wonder what sort of eye patch we should get you.
I think gold, inlaid with glowing lyrium and amethysts. Oh, hadn't thought of it like that, ma'am. Разрыв. Ух ты, ёптель-моптель, это что такое? Так, что это такое? Пойди сюда. Значит, ты весь не Кондрасте? Мой клан хочет твоей смерти, равный житель, но это дело не мое. Меня не бойся. Так, а ты почему не пьешь? Мне казалось, авары хотят со мной сразиться. Сын главы нашего клана будет с тобой биться. А мое дело начинается после прихода его. Священные обряды, раненым помочь, умирающим клинок, вот что я делаю. А для самодовольного щенка я клинок не подниму. Другие авары поймали дозорных визиций. С дозором все в порядке? Некоторых ранило в стычке, но все живы были, когда я последний раз их видел. Кто-то хорошо их обучил, они у нас убили больше бойцов, чем я считал, что им по силам. Ну пока, чувак. Блин, в команду бы такого типа бы, да, вообще охренеть было бы. Да где я? Вот я. Так, мы потом сюда, мы это все в обход потом поползем. Так, что за ты найдите все руны известного огня, давайте сюда вот. Ребята, что с ними связываться? Пошли. Иди сюда. Look, signs of a plague. A cheerful addition to any decent swamp. At least in the city you can find a decent heater. Out here you have what? Roots and berries? Так, сюда. Отлично.
погнали. Завесный огонь в бурой трясине, эти завесные руны совершенно непостижимы, но при взгляде на них внутреннему взору представляется некое растение, и возникает ощущение, что это нечто важное, потом оно угасает. Так. Что ж, друзья, давайте на этом закончим нашу серию. Всем спасибо за просмотр, комментируйте мое видео, ставьте лайки и не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока!